коллега. А вы говорили, этого ученика не получится взять этот широкий аккорд FDS11 ADD13/G-bemol. Да, действительно. Еще немного распилить между пальцами и возьмет. Здорово! С тобой альтернативная гитарная школа iRockstar. Я Влад Борода и с тобой рубрика «Лекарня». Это ее третий выпуск. В этой рубрике я разбираю всяческие полезные лики, которые помогут вам в вашей импровизации и в сочинительстве ваших собственных сол. И сегодня я разберу фразу на базе арпеджио ля минор, которая играется переменным штрихом и свипом. А теперь все это дело мы разобьем на три фразы. Фраза 1. Фраза 2. И фраза 3. А теперь сыграем всю фразу медленно под метроном в темпе 90. Вот мы и разобрали этот лик, который поможет подцепить тебе больше тёлок. Хотя кого я обманываю, у тебя же есть гитара. А также напоминаю, что у нас есть партнер, это музыкальный интернет-магазин MusicLife.qua, в котором ты можешь приобрести все самое необходимое для музыканта, кроме алкоголя и табачных изделий. С тобой была альтернативная гитарная школа iRockstar, я Влад Борода и рубрика «Лекарня». Подписывайся на наш канал, ставь большой палец вверх и играй на гитаре.